Всем привет, ребята! С вами Локи, мы продолжаем играть в карьеру за Зенит, у нас сейчас матч с Териком и матч с Лионом в групповом этапе Лиги Чемпионов. Так что я думаю, матч с Териком мы сделаем в небольшой нарезке, а матч с Лионом проведем сегодня полностью. Поехали! Снежная погодка, играем мы сегодня в гостях, и нелегко играть в такую погоду, мы в белой форме. И, знаете, мы сегодня попробуем сыграть на контратаке. Еще главное, у нас белая форма. У соперника зеленая форма. Халк с мячом. С правой ноги пробивает Халк и угловой. Ну и можно развить атаку. Халк пошел по флангу. Здорово, Халк ушел от одного, смещается. И пенальти. Сбивают Халка и посмотрим, будет ли карточка. Желтая есть. 13-й номер. И Халку мяча. Разбег, удар. 1-0. Ну что ж, вот мы и вышли вперед. Не будем на этом останавливаться. Нужно прессинговать. Нужно заставлять соперника ошибаться. И Зенит сейчас именно этим и займется. Неплохо комбинирует Терек у штрафной Зенита. И сейчас может быть опасно. Удар по воротам Рыбуса. И мяч пошел выше. Сейчас Дани. Увидел Шатова. Шатов с мячом, удар по воротам, 2-0. Олег Шатов. После передачи Мигеля Дани. Ну, по-моему, кстати говоря, вратарь-то немножко спас. Но мяч пошел очень сильно. И здесь, смотрите, как классно Шатов оббежал защитника, пробил. Нет. Вратарь мяч не успел пощупать. И у нас... 2-0, друзья. Здесь было какое-то мини-нарушение. Судья не заметил. Халк обокрал соперника. И пас на Кокорина. Кокорин с мячом. Кокорин 3-0. Это разгром, друзья. Это разгром. В первом тайме, по крайней мере, точно. Кокорин здесь сместился к центру и... хладнокровно пробил в дальний угол. У вратаря не было шансов. Хорошо, Вицель. Играет на Смольникова. И туда можно дальше на Халка. Здорово, отличный пас. Халк. Бьет по воротам, но прямо в руки вратаря. Вицель играет на Халка. Халк. Отрывается от защитника. И с левой можно бить. 4-0. Айда Халк. И его. Здесь, ну, по-моему, даже правый забил. Мог и левый бить. Да, шлепнул с правой тоже. Довольно-таки прилично. Дубль делает Халк. Чалхан-Оглу не доберется до мяча. Но поборолся. И посмотрите, и не попал Кокорин, Чалхан-Оглу на самой ленточке выцарапал его, вот это момент. Как же Кокорин-то не попал? Не поверил он, наверное, в то, что мяч не ушел, я на самом деле тоже не поверил. Сейчас опасно. Ух, вот тоже красивый гол. Здорово разыграли. Очень быстро проходили пасы, что даже я не успел разглядеть, где был мяч. Но оказался он в воротах. Гол престижа. 4-1. Итак, друзья, у нас второй матч. Давайте тогда, знаете, сделаем так. Сделаем быструю симуляцию развития навыков. Скажем, например, Кокорину. Легкие будем сдавать всем людям, которые не с первых минут выйдут на футбольное поле. Ткачуку можно задать тяжело.
Полузащитники. Так, давайте Чилхан-оглу. Легкие удары, какие-нибудь стандартные положения. Вот так вот. Кто еще у нас есть? Центральные защитники. Нету сюда. И последнее. Просто защитники. Анюкова тоже качнем. Рассчитать все. Отлично. Здорово. Ну и давайте же смотреть, что у нас там по составу получается за эти дни. Офис. Это нам не особо интересно. Ну и начинаем матч. Кстати, подождите, давайте глянем, как у нас там. Мы на третьем месте, или он на втором. Разница в одно очко. С Боруссией в два. Ну что ж. Давайте пускай Леон в красный сыграет. Руководство командой. Вместо Кокорина с первых минут выйдет Дзюба. Кокорина мы возьмем с собой вместо Нету. Дани, Вицель, Черышев, Шатов. Вместо Черышева Хави Гарсия выйдет. Вот так вот. Ну что ж, поехали, ребятки. Поехали. Дождливый опять день. Ну хоть не снег. Попробуем сыграть с Леоном также... На контр-атаке. Идет дождь. Стадион забит. Команда уже на поле. Судья устанавливает мяч. И мы начинаем, друзья. Мы начинаем. Нам нужны очки, нужна победа. Тем более в домашней встрече. Вицель прямо напрыгнул на плечи оппонента. Смольников. Халк упускает мяч. Но тут же пошел в борьбу и выиграл. Угловой будет. Не рассчитал немножко Гарай. Первый угловой в матче. И вот Артем Дзюба. Прокидывает себе мяч вперед. Идет дальше. Ну и судья, ну нужно наказывать. Ударили Дзюбу по ногам. Желтая есть. 24-й номер у нас. Сел на желтую карточку. Так, а у нас Халк может пробить. Удар Халка попадает в голову защитнику и будет угловой. Но тоже неплохо. Не дотянулся Кришта, догонит здесь мяч. Будет аут в пользу соперника. Кришта, здорово, Дани. Пас на Дзюбу. Дзюба не успел, немножечко не успел сделать пас Дани, который уже открывался один. Хорошо, Шатов. Ну и снова цепляют, и снова можно желтую дать. Нет, судья молчит. 35 метров до ворот. Халк. Разбег Халка. Удар. И спасает голкипер. Спасает голкипер в этом эпизоде. Кроме него, никто бы не смог помочь своей команде, но на добивании никого не оказалось. Ну или он идет в быструю контратаку. Дзюба. Почти удалось подловить. Штрафной. 20 минут позади. Счет пока не открыт.
Удар поворотом и, ну, не очень опасно. Фафана пробивал поворотом. Гарай. Хави Гарсия. Зуев. Кришта играет на Шатова. Снова Кришта. Ошибка. Удар поворотом, но это слишком неточно. И снова Фафана. Гарай. Играет на Смольникова. Смольников на Халка пытался быстренько сыграть. Не получилось. Гарай. Хорошо, Вицель. Дзюба. Увидел он подключение Шатова, но первый здесь вратарь. Сильно вперед. Вицель, побороться. Не получилось. Кришта. Шатов. Не прошла передача и не успел Шатов протолкнуть здесь мяч. Вицель. Дани. Хорошо. Вицель. Снова на Дани. И не успевает. И вот это может быть опасно. Много футболистов Лиона в атаке. Смольников. Ладыгин. И туда направо на Халка. Здорово. Халк. Видит подключение Мигеля Дани. Прокидывает Дани мяч, но немножко не туда. Кришта. Выцарапал мяч, аут, пускай в пользу Леона, но это не опасная контратака. Здорово. Шатов. Вицель. Можно ускоряться. Здесь что, офсайд был? Хотелось сделать пас на Хави Гарсию, но получилось так, что... Пас пошел на Халка. Ну, выровнялась игра к перерыву. Пока что нет какой-то сильного перевеса у одной из команд. Вот сейчас может быть опасно. Ладыгин кулаками играет. Ну, а здесь уже помогает Хави Гарсия. И аут в нашу пользу. Халк. Снова. Халк теряет мяч. Смольников. Не точно. Опасно. И гол. И это, по-моему, Александр Лаказет. Нет, это Фикир. Фикир забивает мяч, ошиблись и получили гол. Шатов. Потеря мяча. Удар от ворот. Последняя минута первого тайма. Мы пока что отстаем в счете, но нужно что-то придумывать. Зуев. Шатов. Снова потеря. Хави Гарсия. Молодец. В центр. Дани. Дзюба. И делает забегание Шатов. Шатов получает мяч. Подачу угловой. Угловой, друзья. Дзюба! Отбивает голкипер мяч. Дани пытался обострить, и, друзья, перерыв. Пока что 1-0 мы проигрываем.
Напряженная встреча. Боруссия выигрывает. Ну и второй тайм. Второй тайм. Нам нужно побеждать, друзья. Шатов. Потерял мяч. Как прокинул-то себе. Ошибается Кришета. Хави Гарси идет его страховать. Подача. Ну и хотя бы так. Шатов. Дани. Играет на Дзюбу. Дзюба. Можно забросить на Халка. Так и выходит. Халк принимает мяч. Зарабатывает аут. 50-я минута. Смольников. Вицель. Шатов! И прямо в руки вратарю. Вицель уже здесь. Хорошо. Хави Гарси успевает сделать пас на Дани. Дзюба. Халк. Удар по воротам. Еще раз Халк. Нет. Не дают ему ударить. Но мы начали поддавливать. Вицель. Дани. Дзюба. Потеря. Лаказет с мячом. У него есть скорость, но у Смольникова ее тоже достаточно. Гарай, Халк. Хорошо. Ну куда ж ты, Халк? Шатов. Здорово. Можно в центр. Хорошо, Дзюба. Пас на Мигеля Дани. Тот уже в штрафной. А почему же... Блин, опять вот это вот... Хотел я выкатить Дзюбе. Я уже видел, что он забегает. Судья в нашу сторону играет. Помог немножечко. Ну и начинает наша команда потихоньку рассыпаться. Халк. Хорошо, Дзюба. Успевает. Шатов. Вицель. Снова Шатов. Дзюба! И опять голкипер забирает мяч в руки. Хорошо, Дани. Хорошо. Отлично. Хави Гарсия. И туда налево на Халка. Халк с мячом. Хави Гарсия чуть-чуть долго. Гарай. Проигрывает борьбу и упускает соперника. Ложится Хави Гарсия под мяч. Вицель. Хорошо, Шатов. Не точно. Еще 15 минут играть, друзья. Счет 1-0. Удар по воротам и перекладины. Давайте же сделаем замены. Фух. Давайте вместо Шатова выйдет Черышев. Чалханоглу вместо Дани. Ну и пока, я думаю, все. Опасно. Очень опасно. Смольников. Вицель. Чалханоглу. Дзюба. Дзюба! Дзюба! Дзюбиньо! Сравнивает счет за
15 минут до конца с учетом добавочного времени. Здесь он вложился как надо, и голкипер уже не взял. Ну вот теперь-то игра и начнется. Теперь обе команды будут рваться за победой. Вицель пошел встречать. Ну и какой штрафной? Ну, судья, ну в корпус друг другу играли футболисты. Будут разыгрывать. Пошел Вицель. Опасно! Ладыгин спасает. Но Криш-то выбил мяч не совсем далеко. И успевает. Успевает Гарай. Будет аут. Опасно! И в ближний пропускаем. Да что ж ты будешь делать-то? Додавили. 2-1. Чилханоглу с мячом. Пошел сам. Вицель. Очень глубоко сели футболисты Леона. Вицель. Долго. Лаказет. Уходит он от Зуева и пошел тянуть время. Угловой. 2 минуты до конца, друзья. Напряженка, напряженочка. Аут в пользу Леона. Нет, в нашу пользу. Черышев. Уходит Черышев от подката. Черышев. Дзюба спасает голкипер. Вот это моменты. И все, друзья, финальный свисток. К сожалению, мы проигрываем. Очень обидно. Это, конечно, еще не конец. Играть нам 2 матча. Давайте посмотрим, что там по очкам. Но досадное, досадное поражение. Боруссия выигрывает. Ну и давайте посмотрим таблицу. Таблицу Лиги Чемпионов. ЦСКА, Манчестер Юнайтед. ЦСКА 5 очков. ПСЖ Порту. И вот Боруссия Леон. Собственно, у нас еще 2 матча. А хотя подождите-ка, матчи-то, смотрите, по 3 игры. А, ну все верно. У нас еще 3 игры. 3 игры. Вот оно что. 3 игры — это 9 очков. И по большому счету, если мы их выигрываем, то у нас есть еще шансы за выход. Нам играть еще со всеми командами. Давайте посмотрим календарь. Так, офис. Это новости очередные. И сезон, календарь. Да, Боруссия, Леон, у нас еще будут с ними встречи, и с Гентом. То есть еще 9 очков, еще далеко не все потеряно. У нас есть 2 очка, это 2 ничьи, которые мы получили в матче с Гентом. И в матче с Боруссией, получается. Мы же сыграли в ничью с ними, да? Ну, будем еще стараться, друзья. Будем побеждать. А я жду от вас побольше лайков и побольше комментариев. Всем спасибо, всем пока.